Афганистаном там не пахнет, потому что я вам говорю, как человек, который был несколько раз в Афганистане, когда шла война, мы ездили как бы к нашим ребятам, скрашивали их этот досуг военный. Там была настоящая наземная операция. Ну, как бы под флагом того, что Народная Республика Афганистан попросила помощи, и мы откликнулись, ввели войска. В Сирии пока нет таких предпосылок. Мы помогаем сирийскому народу, то есть ведем точные удары по базам организации запрещенной, не только у нас, но и в мире, ИГИЛ, террористическая организация. Вот. И, может быть, это американцы решат сделать вот войск наземных. Но у нас, судя по всему, пока есть задача только точными ударами использовать авиацию. Мне кажется, нельзя входить туда войсками.